хорошая игра такая, командная, и отметить стоит то, что последние игры нам не удавалось там много забивать, сегодня забили там. Еще могли забить, наверное, столько же, много моментов было, и хорошая реализация была, поэтому надо за это цепляться и после перерыва продолжать играть в этом же темпе. А насколько принципиально было до 10 шайб довести, и было ли такое обсуждение на скамейке или нет? Такого обсуждения не было, играли просто каждую смену на максимум, от этого, наверное, результат. Ваше звено сегодня самым результативным стало, у вас 4 очка, за счет чего удалось так? Опять же, вы старались каждую смену выкладываться и ответственно подходить к своим моментам, которые были. Сейчас перерыв. Чем будете заниматься? Как надо перерыв провести? Ну, расписание последние пару недель было такое, через день практически игр, поэтому есть 3 дня, чтобы отдохнуть, побыть с семьей и возвращаться к работе.